Я должен сказать несколько слов о еще одной постановке задач, которая у нас с вами была сказана, но мы ее сегодня почему-то не решили. Напомню, что там была за задача. Если разрешить, чтобы период не был бы тем самым, не был бы полным. Помните? То есть мы сейчас решили задачу, когда у нас... Ой, кстати, я формулу-то выписал. Я же формулу не выписал еще. Давайте я еще окончательно напишу. Значит, здесь вот вместо вот этого что надо писать? Господа, надо написать функцию Эйлера от чего? F от n. Это есть, что у нас там? Одна n-ная от чего? K в степени d. А здесь что стоит? Вот. То самое L, это что такое? L это n d. Функция Эйлера. Вот, внимание. Говорите. N делить на d. От n делить на d, конечно. Функция Эйлера от n делить на d, взятая по всем делителям. Вот. Я повторяю, из алгебры, из Лемма-Бернсайда, это следует еще быстрее, но сейчас я не хочу говорить о Лемме-Бернсайде, вот. А я сейчас хочу сказать вот о какой задаче. Помните, мы говорили, что пусть есть слово МАА, и давайте скажем, что оно имеет период 4. Как вы считаете, оно имеет период 4? Да. Оно имеет. И вот интересный вопрос. Можем ли мы с вами получить красивую форму для количества таких вот слов? Ну, то есть, если периодическими считать вот такие штуки тоже. Оказывается, к сожалению, здесь как раз все совсем не так весело. Давайте я объясню. Вот представьте себе, что у нас есть, ну, например, 8 позиций. Представили? 8 позиций. Я хочу, чтобы эта последовательность была одновременно 6 периодично и 7 периодично. Вот интересный вопрос. Может ли быть непостоянная последовательность, но у которой и 6, и 7 – это в нашем смысле период. А длина у нее 8. Смотрим. Чтобы шестерка была периодом, вот здесь должны стоять одинаковые буквы. Согласны? Да. Чтобы... Нет. Это чтобы семерка была? Что? Нет, чтобы шестерка. Чтобы шестерка была периодом, здесь должны стоять, так я все правильно сказал. Вот. Чтобы семерка была периодом, надо, чтобы здесь стояли одинаковые буквы. Так? И надо, чтобы здесь стояли одинаковые буквы, чтобы была шестерка периодом. Так? Да. А еще какие-нибудь условия есть? Нет. Значит, я могу написать такую штуку. М. Я не помню, почему вторая буква должна быть такая же, как восьмая. Ну, а потому что вот эта такая же, как эта, она должна быть такая же, как восьмая. Они все четыре одинаковые. А, да, это. М. М. А вот здесь пишу все, что угодно. Вообще все, что угодно. Хотите, напишу туда слово «мама». Хотите еще что-нибудь, не важно. Важно то, что это слово написано одновременно является и 6 периодичеств, и 7 периодичеств. Поняли? В нашем смысле. То есть я могу, что сказать, отчеркнуть первые 6 букв
и сказать, что дальше пошло вот жизнь. Или я могу отчеркнуть первые семь и дальше сказать, что пошли семь. Замечательно. А это означает, что вот таким простым способом, как мы делали, эту задачу просто решить не получается.